Петрович, у тебя остался кто-нибудь из прошлой жизни? Семья? Друзья? Семья. Только далеко они. Так ты их искать собираешься? А я как был отшельником, так им и остался. Всю молодость прожигал жизнь. Был везде и нигде, со всеми и ни с кем. Люди вокруг, и там, и тут, а в душе одиночество, пустота. Надеюсь, хвоста за нами нет. Когда простые смертные пересчитывали копейки, здесь было все. Колбаса, красная икра, хлеба и зрелищ. Мне приходилось бывать здесь. Многое тут скрыто от глаз обывателя. Нужно в тот конец участка попасть. Пройдем через корпуса, чтобы не маячить на улице. Когда эпидемия достигла пика, больных некуда было девать. Пришлось переоборудовать некоторые сооружения под больницы. То же произошло и с Буром. Кто-то двери замотал. Рубануть бы чем-нибудь. Thank you.
Шухер, пригнись. У нас компания намечается. Давай быстро в тот зал, пока не засекли. Давай, скорее. Да. Хреновое у нас положение. Отсюда нет выхода. Все двери заперты. Попробуем открыть. Слушай, видел на поверхности бетонные будки? Это вентиляционные шахты. Под этим зданием проходит тоннель, секретная ветка. Можно попробовать спуститься туда. Так мы сократим время и доберемся до города почти по прямой. В подземельях никого нет, поскольку мало кто знает об этих входах. Нужно только оживить этот лифт. Пошарь по помещениям. Где-то должен быть автономный источник питания. Где-то должен быть автономный источник питания. Где-то должен быть автономный источник питания. Отлично. Быстро! Питание отрубить, чтобы эти спуститься не смогли. Ты давай дальше валить, я тебя догоню. Там тоннель длинный. Иди направо. Дойдешь до развилки, уходи в левый перегон. Если вдруг свет увидишь, очерти фонарем круг. Если так же ответить,
Это я. Если нет, лучше беги. Давай. С Богом.
Эй!
быстро бегаешь, Петрович. Еле догнал тебя. Здорово тебя покромсали. Ну ничего, заживет. Давай, встаем. Братишка, мелочью не выручишь. Привет. Привет. Я тут занят немного, не стой над душой. Проваливай отсюда! Thank you.
Этих зданий. Притащишь мне пару аккумуляторов? Отмычки твои. Если нужны будут отмычки, обращайся, с ними любую дверь вскроешь. Притащишь мне пару аккумуляторов, и они твои. Ну что? Я вижу не отсюда. У
будь осторожен здесь. Местные приезжих недолюбливают. Thank you.
сестре плохо. Не стоит. Да. Притащишь мне пару аккумуляторов? Отмычки твои. Отлично. Держи, я человек слова.
Прости, Петрович. Надеюсь, ты нашел, что искал.